Друзья, добрый день! Вы на кулинарном канале Натальи Горбачевой. Этот пирог побил рекорд времени, за которое был съеден. Мягкое рассыпчатое песочное тесто, которое просто тает во рту. И сочная ароматная сливовая начинка, придающая сладкой выпечке нежную кислинку. Очень рекомендую этот рецепт. Он, как обычно, простой. Продукты самые доступные. Для теста я беру муку, соль, соду или разрыхлитель, сахар, сливочное масло, сметану и яйцо. Муку просеиваю. Обычную белую пшеничную муку смешиваю с кукурузной, но можно готовить только из пшеничной. Добавляю соль и соду, сухие ингредиенты перемешиваю. Соединяю с холодным сливочным маслом и рублю ножом в крошку. Выкладываю остальные ингредиенты и вымешиваю тесто. Это нужно делать быстро, чтобы масло не успело растаять. Как только образовывается ком теста, сразу убираю его в холодильник на полчаса. Если тесто вдруг не хочет собираться в ком, то можно добавить столовую ложку ледяной воды, либо сметаны или яичный желток. Если тесто напротив получилось слишком липким, то немного муки. Пока тесто отдыхает, я готовлю начинку. Сливы мою, удаляю из них косточки. Я режу сливы пополам, но можно нарезать и помельче. Отмеряю сахар и крахмал, картофельный или кукурузный. Затем их смешиваю. Достаю из холодильника остывшее тесто и выкладываю его на смазанную маслом форму для выпечки. Удобно использовать и форму со съемными бортами. Для этого дно нужно выстелить пергаментом и также смазать маслом. Песочное тесто я обычно распределяю по форме руками. Делаю бортики. На дно засыпаю часть сахара с крахмалом, затем выкладываю сливы. Количество слив можно брать по вкусу от 200 до 500 грамм. Если они не сильно кислые, пирог будет только сочнее. Сливы можно заменить абрикосами, персиками или другими ягодами, свежими либо замороженными. Перед выпечкой размораживать их не нужно. Отправляю пирог в прогретую до 180 градусов духовку на 35-45 минут. У готового пирога бортики приобретают светло-коричневый цвет. Я остужаю пирог в форме, затем перекладываю на тарелку и подаю к чаю. Попробуйте, это необыкновенно вкусная выпечка. Приятного вам аппетита, готовьте просто и с удовольствием. Если видео вам понравилось, поделитесь им с друзьями, приходите на мой канал, подписывайтесь, включайте колокольчик, чтобы получать новые рецепты. Тексты видеорецептов находятся на сайте edimkashu.ru.